Что? Русский хайпиксель? Погнали! Да, всем привет, дорогие друзья, с вами Катя, да, я Рома, и я вернулся на свой YouTube-канал. Простите, что меня долго не было, и за это время я успел всего повидать. В общем, у меня появилась новая клавиатура и мышка, мышка Bloody 7 и клавиатура Razer Desator Arnata Chroma V2. В общем-то, у нас русский хайпиксель, ребят, да, это русский хайпиксель. IP будет в описании, и я хочу тут получить ютуберку, ребят. Я надеюсь, вы мне поможете, и мы будем вместе играть и стримить на данном проекте. Проект очень классный, поэтому советую на нем попробовать поиграть. А сегодня мы попробуем на нем поиграть на разных режимах, таких как SkyWars и дуэли. И если вы хотите, то я сниму в следующем видеоролике обзор на мою мышку, клавиатуру, микрофон. Все, вроде все сказал. А теперь погнали к русскому хайпикселю. Пау! Вот и начинается наш стик-дуэль. Ребят, кстати, я научился дракликать на Bloody 7 и научился строиться. Да. Если хотите туториал от меня, то пишите в комменты, если YouTube их не отключит. Кстати, ребят, еще я удивился, что на данном сервере есть стик-дуэль. Типа, на хайпикселе вряд ли такого добавили. И я вам скажу очень много плюсов, ради которых вам действительно станет хорошо, станет, ну как сказать, у вас будет настроение поиграть на данном проекте. Смотрите, тут есть вот такие классные дуэли, да? Вы спросите, блин, ну типа на хайпикселе тоже их могли добавить. Но посмотрите на этот небесный пинг. Люди просто играют, ну я не знаю, этот пинг просто реально божий. Сам Бог подарил этот пинг, и реально, этот пинг просто, ну, классно. Еще на SkyWars вернули старые мини-карты с хайпикселя. Да, то есть можно зайти и поностальгировать. Вот. И там насколько старые карты, что вы даже не представляете. Я там встретил одну карту, которая вообще еще с анимацией хайпикселя была создана. То есть одна из самых первых карт. И на этом серваке она действительно есть. Да, есть многие другие сервера, но хайпиксель.ру я советую вам, лично я советую вам этот сервер, потому что он очень классный. IP вы, конечно, видите и вот тут, и у меня в описании под роликом. Поэтому переходите и играйте. Скоро, когда, если мы получим все-таки ютуберку, мы будем вместе играть, вот, будем вместе играть на хайпикселе. Только российском, и он абсолютно бесплатный, то есть любой может поиграть. Что ж, а мы переходим к второй катке стик-дуэлей. Погнали! И вот уже подходит наша игра, и наш противник проголосовал за много игр, ребят. И нет, немножко не нравится, потому что это очень долго. Фу, хотя бы до 7 побед. В общем, как я уже сказал, на нем может поиграть любой. То есть все это бесплатно, вы не ослышались. Действительно, сервер очень классный. И скоро, кстати, Hypixel и вообще лицензионные сервера переходят к Mahjong. То есть вы не сможете поиграть на лицензии за 19 рублей с разных сайтов. Поэтому я советую вам перейти сейчас же на Hypixel и играть вместе со мной. Конечно же, IP данного прекраснейшего проекта вы найдете в описании. И я обещаю, когда я получу ютуберку, я буду стримить почти каждый день. То есть, думайте, стримы будут почти каждый день. Ролики будут примерно 2 раза в неделю. Пока у меня есть каникулы, а дальше посмотрим. Вот, ребят, в общем-то, ну, как такому можно не радоваться, поэтому я считаю, что за это нужно прожать лайк и помочь мне набить ютуберку. Я очень хочу получить ютуберку на данном сервере, потому что, ну, почему бы и нет, ребят, почему бы не попробовать себя хоть где-то в статусе ютубера, вот. Кстати, на этом проекте играет еще Лео, только представьте, ютубер со 100 тысяч подписчиками. Сейчас вы можете также подать заявку на ютубера или на модератора. Выберите сам свой путь. Кстати, с Влади он научился строиться вот так вот, и поэтому мы ломаем ему кровать. Он офигевает от жизни. И давайте сделаем вот так. Нет. Вот, ребят, в общем-то, IP еще раз повторяю, найдете в описании. И или завтра, или послезавтра выйдет еще ролик, и он будет интересен. Очень.
я покажу вам топ ресурс паков. Просто очень, просто сочи ресурс паков. И в основном они будут и для Бэдварса, и для Скайварса. Вот. Один из них, вы видите, прямо сейчас он очень популярен. И мне его жалко сливать. Многие, конечно, про него не знают, потому что зарубежно популярен. Вот. Но я могу его слить вам на следующем ролике. И будет топ 5 ресурс паков. Я реально выбрал самые сочные ресурс паки, которые только существуют на планете Земля, планете Майнкрафта. Вот, и вы сможете поиграть с ними. И тоже стать топером. Вроде все сказал, ребят. Также, как при получении ютуберки, я хотел бы, чтобы на сервере добавили Disguise у моего друга, очень хорошего друга. Есть ютуберка на данном сервере, и он сказал, что вот без Disguise что-то прям не очень. Ну, я не знаю, мне на Disguise не очень важно, но друг рассказал, что это действительно круто, и я тоже хочу попробовать и стать ютубером на данном проекте, потому что он классный, ребят, как это пушка, как на нем возможно не играть, реально. Это же русский Hypixel, думайте столько, все могут поиграть бесплатно, без лицензии. Главное, пинг, это то же самое, что и обычный Hypixel, только с двойным, просто пинг в два раза меньше, вы вдумайтесь. Но я не знаю, про что еще поговорить, ребят. Я вернулся. И я не буду просить вас о подписке, о лайке. Но если вам не сложно, то поставьте, пожалуйста, за мое возвращение, за то, что я не забросил, не забил на канал. И дальше продолжаю снимать видосы. И даже буду стримить. Ладно, все, я перестаю поддаваться. Сейчас будет последняя карточка, и мы пойдем в другие дуэльки. И он кикнул за 4. Ну ладно, ребят. В принципе, погнали к следующим дуэлькам. Пау! Skywars дуэль. Еще есть там очень много мини-режимов. Я поиграл один раз с Сумо, и я хотел бы записать для вас еще дуэль с Сумо, но... Увы, ребятки, там онлайн, конечно, сумо, ну, такой себе. Поэтому мы играем в Skywars дуэльки. Переходим к следующей игре. Погнали. Я думаю, это будет эпичная катка. Вот. Надеюсь, я выиграю своего профессионального противника. Ну, по нику, по крайней мере, я понимаю, что он реально прям профессионал. Нереально без рофа. Он, мне кажется, он какой-то жесткий. Жесткий. Ой, я чуть не... Я хочу дракликом зельку изменить. Понял. Что там не одна зелька. Вот, поэтому я ломаю стекло. Ну что, это изи гейм, как бы изи катка. Потому что, ну, у меня есть все. У меня есть все, кроме перов, конечно, но ничего страшного. Вот. Дау. Ой, я не ту зельку убил. Ребят, ну какая-то скучная игра. Давайте перейдем к третьей. Погнали! Знаете, что я заметил, ребят? Это, кстати, наша третья игра, что тут иногда взяты карты с ранкера. То есть, это круто, это действительно прикольно. Прошлая карта также была вроде как взята с ранкера, но что-то та карта, мне кажется, больше подходит как для какого-то, я не знаю, сумо. Ну, для Skywars дуэли такое. Вот так вот, дракликов эпично строимся, но... Кстати, может простроиться дракликом, да, хорошо. Я лутаю вот такую себе броню и вот такой себе меч лутаю с яблоками. О, человек, молодой человек, почему вы убегаете? Сука. Человек. Ha
Я уже на секунду подумал. Ладно, и мы переходим к Скайварсику. Погнали! В общем-то, ребят, вот и начинается наша игра по Скайварсу. Она будет последняя. Простите, если проиграю. Не всегда надо выигрывать, как бы. Вот. Вот. IP-сервер в описании. И если будут вопросы по немецкому, вот, все по немецкому, просто на немецком языке, как бы, шрифт, классный, вот. Если хотите увидеть обзор на мою мышку и клавиатуру, то пишите в комментариях. Вот. Ну ты крыса, ну ты, конечно, крыса. Ну я тогда более буду крысой, понял? Понял? Я помстился крысичеству. Что? Вот это слова знаю, да? Вот это профессиональная петька. Профессиональная петька, что? Вот это профессиональный петёк, вот. Петёк. Так, Ой-о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 й. Полетел. Прилетел и полетел. Вот. Воспользовался интерпером, чтобы выжить. Я видел, что у человека fire resistance, поэтому иди нафиг. Не оперу, да? Да, не оперу. Жалко. Ну ладно, я не буду на него лезть. Он, кстати, остался последний. Там пусто. Везде пусто, как я сказал, где. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Вот. Пожалуйста, ребят, если вам действительно не сложно, прижмите лайк. Как бы поделитесь с другом. Скажите, вот там чувачок на ютубер, потом подайте на ютубер. Хочется насобирать подписчиков, там просмотры на ютубер, потом помоги по-братски. И вот я буду вам очень благодарен. И мы тащим. И переходим к прощанию. Погнали! В общем-то, ребят, сегодня мы поиграли на русском хайпикселе. Мне очень понравилось, надеюсь, вы зайдете. Конечно же, IP на данный сервер я оставлю в описании. Еще раз прошу помочь мне с ютуберкой. Ну, на этом все. С вами был Рома. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока, ребят.